Добрый вечер, мои дорогие! Сегодня я вам хочу прочитать сказку «Снегурушка и лиса». Жил-добыл старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг. Они аукали ее, аукали. Но Снегурушка не слыхала. Уже стало темно, подружки пошли домой. Снегурушка, как увидела, что одна, осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать, да припевать. «Ау, ау, Снегурушка! Ау, ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. Идет медведь и спрашивает, о чем ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, батюшка-медведюшка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу домой. Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь». Медведь ушел от нее, она опять заплакала, запричитала. «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка». Идет волк. «О чем ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди с дерева, я тебя отнесу домой. Нет, ты меня съешь, я тебя боюсь». Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала. «Ау, ау, Снегурушка, ау, ау, голубушка». Идет лисица. «Чего ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, лиса Алисовна, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу». Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку. «Кто там?» — лиса отвечает. «Я принесла вашу внучку Снегурушку». «Ах ты наша милая, дорогая лиса Алисовна, войди к нам в избу». «Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить?» Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу почивать за ее услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще и курочку. До новых встреч!